Привет, студенты, и приятного аппетита всем, кто сейчас ест. Вы смотрите УРФУ News, и сегодня в выпуске. Учиться или трудиться? Куда делись наши студенты? Известная рок-группа Sum 41 побывала и в нашем городе. Неотан, тот же Селигер, только лучше. Всероссийский фестиваль видеоработ, его итоги. Впервые за многие годы занятия нашего вуза начались с 1 сентября, но учебный процесс был остановлен. Причину раскрыл Степан Лихачев. Небывало жаркое лето стало причиной гибели урожая в 29 регионах России. В нашей области урожай уцелел, но убрать его было некому. Правительство области выступило с обращением к совету ректоров с просьбой помочь убрать урожай. Уральский университет откликнулся первым, и студенческий уборочный отряд отправился на спасение урожая. Отряд в этом году очень тяжело начинал свою работу, и сейчас в том числе, значит, когда уже есть и обращение правительства области, и призыв к совету ректоров помочь с уборкой урожая, когда уже отработало порядка 800 студентов в составе уборочного отряда, тем не менее на сегодняшний момент у нас достаточно тяжелая ситуация. И вот сейчас у нас только половина от ожидаемого контингента студентов. Причиной данной ситуации послужило то, что в этом году первокурсники не вышли в поле. Им запретили ехать на уборку урожая, потому что большинство из них еще несовершеннолетние. Основная эта задача уборочного отряда и вот этой традиции университета, я имею в виду УГТУ-УПИ, посылать студентов на двухнедельный в последнее время адаптационный семинар студентов первого курса в основном, как раз для того, чтобы они сплотились, сформировали коллектив и научились работать вместе. Более 700 добровольцев Уральского университета в сентябре вышли в поле. Ведь убрать урожай только спецтехникой невозможно. Привлечение студентов – это необходимость. Но очень большие потери бы были, потому что вот ручная уборка, она к минимуму сводит потери. После комбайна картофель вот такой фракции, 35-50 миллиметров в диаметре, он просто сквозь сито комбайна, значит, он будет оставаться на поле. А это и вот и есть самые лучшие семена, тем более этот картофель высокой репродукции. Для студентов репродуктивность картофеля не самое важное в колхозной жизни. Многие, побывав там один раз, возвращаются туда снова и снова. Интересно было. У меня вся семья УПИ закончила, и все ездили в колхоз. Я слушала это все, слушала. Но потом, когда мне предложили поехать, я согласилась. А все остальные 8 раз, ну, мне понравилось. Сначала просто было весело работать в поле. У нас было много таких, которым было весело. Потом стала мастером. Теперь еще веселей. В июле я просто поехала с друзьями. Мне, ну, как бы мне понравилось здесь на абитуре, а сейчас... Ну, сказали, нужно, и все просто уже максимально от этого получают удовольствие, как мне кажется. И вот нет уже таких проблем, то есть мы уже не привыкаем ко всему этому. И это нас еще больше сплачивает. Очень дружны стали, и вот это меня очень радует, я за это очень благодарна колхозу. Репортаж подготовили Степан Лихачев, Алина Нафикова. Уральский федеральный университет. Любители рока могут позавидовать. На концерте известной группы Sum 41 побывала наша съемочная бригада. Мы сейчас находимся в телеклубе «Призовая звезда», выступает канадская группа Sum 41. Сейчас на их счету уже 5 альбомов, первые места в хит-парадах Канады и США. Их стиль – калифорнийский панк-рок. Тексты их песен – о политике и социальных проблемах. В Екатеринбург группа приехала в рамках мирового турне. До появления Sum 41 на сцене толпу разогревали местные группы «Нефть», «Концы», «Попкорн». Безумные глаза и
Зрители хотели только одного. Сам Фати Ван! Сам Фати Ван! И, наконец, сам Фати Ван взорвали зал. Дарья Феоктистова и Алина Нафикова при поддержке интернет-журнала «Новые звуки» специально для Урфу Ньюс. Недавно прошел первый международный форум «Неотан Евразия-2010». Что там было интересное, расскажу вам я и Дарья Феоктистова. Себастьян, скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Знает индюк. Узнаю и я. Себастьян одним из первых встретил молодых ученых в Международном центре бизнеса и психологии «Неотан». На протяжении 3 дней он дышал с ними одним воздухом – воздухом прекрасной природы и инноваций. 80 молодых, талантливых людей приехало на первый образовательный форум, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Сегодняшнее мероприятие – это первый шаг к построению той среды, в которой ваши идеи будут воплощаться в жизнь. Попробовав на вкус уральские инновации, ребята погрузились в мир бизнеса и технологий. Что делают молодые ученые в 8 утра? В течение форума проекты оценивали успешные бизнесмены и члены правительства Свердловской области. У молодых инноваторов все есть. И единственное, чего не хватает, это первичного опыта, в том числе бизнес-опыта. Главное, чтобы вы каждое утро вставали с таким ощущением, что сегодня вы сделаете какое-то невероятное свершение. И вот с этой улыбкой на лице ежедневное, оно все получится. Молодые инноваторы заботятся о своем будущем. Они разрабатывают проекты, способные, к примеру, увеличить КПТ двигателя, облегчить приготовление молочной смеси, увеличить количество мест стоянки. Кириллу всего 13 лет, но он уже имеет свое собственное изобретение – перекресток, управляемый микроконтроллером. Он поможет в процессе игры обучиться правилам дорожного движения. Просто практически в каждых выпусках новостях говорят про ДТП, то, что дети погибают. Вот. И пришла такая идея обучить детей правилам дорожного движения, как переходить на перекресток или как ездить по перекрестку, на какой цвет надо, чтобы меньше ДТП было. Чтобы проект заинтересовал инвестора, он должен иметь серьезную подготовку. Как сделать свой проект привлекательным для вложений, инноваторов учили специалисты области. После напряженной работы молодые ученые занялись активным отдыхом. Кто-то рубил дрова, кто-то делал пиццу, а кто-то учился быть репортером и оператором.
После трехдневной учебы ученым предстояло главное событие – презентация проектов потенциальным инвесторам. Дарья Феоктистова, Екатерина Вайдина, Александра Шелегина, Алина Нафикова, Уральский федеральный университет. Студенты Уральского федерального и горного университетов вошли в число победителей всероссийского конкурса видеопроектов «Золотая лента». С обладателями заветных статуэток общалась Дарья Пушко. На эту сцену ребята из нашего города поднимаются впервые, ровно как и участвуют в конкурсе «Золотая лента». Евгения Торопова, Олеся Гончарова и Степан Лихачев, как и другие участники, просто отправили свои репортажи и документальные фильмы на фестиваль. И не прогадали. Потрясающее ощущение, когда ты выходишь в этом красном платье на сцену. Вот, и когда тебя поздравляют ребята с федеральных каналов. У нас была Екатерина Нестеренко с телеканала «Культура». Вот, она обняла меня и сказала: «Женя, ты красавица, ты молодец, ты просто супер». И вот это на самом деле, вот это был финал, вот это был какой-то мой звездный час. Я очень-очень удивился, то есть еле добрался до сцены, то есть перелезая через все. То есть ведущие были этому удивлены. И выйдя на сцену, у меня... Как говорят, пропал дар речи. Степан и Евгения получили заветные статуэтки в номинации «Лучший телевизионный сюжет». Олесе же досталась особая награда за серию репортажей – обучение в школе новостей. Из 100 человек было всего 3 сертификата в эту школу, в Москву, и, собственно, мне один из них достался. Пока он лежит у меня дома, но, думаю, в дальнейшем я им воспользуюсь и все-таки получу те знания, которые, в общем-то, на меня свалились – таким большим призом. Получить такие награды и стать звездой экрана не так уж просто. Ребята ежедневно работают над своими творениями. Именно так, на практике, кропотливым трудом они постигают искусство кино и телевидения. Поэтому эта победа для них не только признание профессионалов, но и полезный опыт. Когда работаешь в узком коллективе, взгляд уже очень замыливается, и необходимо профессиональная оценка твоей работы. И там, в общем-то, глаза открыли. Критика жюри конкурса благотворно повлияла на работу, считают ребята. Никто из них не оставил любимое дело. Наоборот, все принялись за съемки с еще большим рвением. Теперь они даже готовы взяться за самые щекотливые темы. Я не отступлюсь и буду дальше пробовать делать сюжеты, допустим, какие-то такие темы, за которые не все берутся. На самом деле, очень многое мы уже исправили в своих работах. Я уже вижу просто-напросто на те ошибки, которые были у нас стандартные, но на которые нам указали, я стараюсь их избегать. И, в принципе, мне кажется, сюжеты это наши лучше стали намного. Сейчас Степан, Евгения и Олеся работают над новыми сюжетами и программами. Они знают, в каком направлении расти. Ведь через год наши победители вновь собираются участвовать в конкурсе «Золотая лента». Дарья Пушко, Виктор Плеханов, Алина Нафикова, Урфу Ньюс. В заключение нашего выпуска хочу вас порадовать. Погода на этой неделе будет теплой. Но наслаждаясь солнечными деньками, не забывайте про учебу. Мне пора прощаться. Пока-пока.